Сначала было как-то странно, когда тебе говорят, что кто-то хочет сделать эти вещи. Мотивом реакции было не придавать особого значения, как обычно, потому что мне показалось, что все-таки на банке это была какая-то фантастика. Но эти два приятных парня мне понравились, они хотели сделать что-то хорошее, они знали, чего они хотят сделать, они знали, как меня увидеть, все словами. Ну, в общем, они говорили, а потом мне с мамой пробежало что-то общее. Они сказали мне, что именно они хотят сделать, требовать снять матч и посмотреть, что именно происходит во время этого матча. Вот, и даже если все пойдет плохо, скажем, я, не знаю, получу травму, не сцеплюсь с кем-нибудь. Мы это тоже обсуждали. Хотя, понимаете, мог получить травму через 5 минут, и мы не матч, и я закончил. Если бы меня спросили, что было бы лучше снять один или четыре матча, я бы, конечно, ответил 4 или 5. В этом проекте было бы любопытно то, что этого никогда никто не делал. Ну, поэтому я сказал, почему нет. Почему бы нет?